Всем привет! Как и обещали создатели игры UFL, минимум дважды в месяц они делают официальные анонсы в своих соцсетях, подогревая интерес поклонников к своему проекту. Любители футсимов, ожидающие выхода новинки от белорусских разработчиков, уже успели поделиться на два лагеря. Первый с оптимизмом смотрит в будущее и ждет от UFL позитива. Второй строчит скептические комменты во всех постах об игре и не ждет от UFL ничего хорошего. Кстати, можете написать в комментариях, к какому лагерю относите себя вы. И вот накануне новогодних праздников студия Strikers Inc. разродилась двумя важными инфоповодами. Первый из них касается, пожалуй, самого ожидаемого многими аспекта — геймплея. На страничке игры в Твиттере появился анонс его презентации с точной датой. Ранее нам уже закидывали тизер презентации геймплея, но он оставался с открытой датой. Разработчики тогда лишь объявили про январь 2022 года. И вот в свежем тизерке они добавили конкретики. Первый официальный геймплей UFL мы с вами сможем увидеть 27 января. Причем разработчики обещают, что это будет не просто банальный залив в сеть соответствующего ролика, а будет проведено полноценное лайв-мероприятие с презентацией игрового процесса. Ну что же, серьезность подхода как минимум обнадеживает и оставляет веру в лучшее. А спустя сутки после объявления даты презентации в Твиттере UFL появился еще один постик. Он выглядел вот так и был подписан фразой «Большие новости на подходе». Изображение Лондона намекало на какой-то клуб или игрока оттуда. Но в комментариях почему-то многие стали писать, что это анонс презентации Криштиану Роналду. Действительно, речь шла не о клубе, а о новом амбассадоре. И да, он действительно является представителем лондонского клуба. В тот же вечер все интриги были развеяны и нам представили Ромелу Лукаку. Презентация бельгийца была сопровождена такой подписью. Напряжение высоко, когда большой человек подходит к мячу, выглядя спокойным и собранным. Он разбегается и... Мы с гордостью представляем Ромелу Лукаку в качестве следующего посла UFL. Добро пожаловать на борт, Big Rom. А вот и первый взгляд на него в действии. Следите за обновлением, чтобы узнать больше, подписали анонс представители разработчиков. Из интересного в этом ролике отмечаем геймфейс, который сделали для Лукаку. Кстати, напишите в комментариях, как он вам. Ну и в этом эпизоде с исполнением пенальти есть уже первые намеки на геймплей. Ранее нам еще не демонстрировали игрока в движении и в каких-то игровых ситуациях на поле. Хотя все же этот кадр ближе по реализации к кат-сценам и судить по нему о чем-то конкретном сложно. Вот такими были свежие новости про UFL. Ждем презентации геймплея и по ней уже можно будет сложить хоть какое-то более конкретное впечатление об игре. Пока же все очень интересно и не менее загадочно. Всем спасибо за просмотр, успехов в новом году и скоро услышимся!